Во Владимире на рассвете разбилась Toyota Camry. Без пострадавших не обошлось. Авария произошла на трассе М7 в черте областного центра. По предварительной информации полиции, Toyota Camry врезалась в разделительный отбойник. От удара автомобиль выбросило на обочину. Судя по фото и видео с места аварии, столкновение с отбойником было настолько сильным, что иномарка получила серьезные повреждения. Как добавляют в пресс-службе УМВД, в аварии пострадали две пассажирки. 31-летняя женщина получила легкие травмы. Ей посоветовали лечиться амбулаторно. А вот ее 29-летнюю подругу госпитализировали. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, мужчина 91-го года рождения, следуя в сторону Москвы, допустил наезд на ограждение, разделяющее транспортные потоки, после чего совершил съезд в кювет. В результате ДТП была госпитализирована пассажирка автомобиля 92-го года рождения. Еще одна пассажирка 90-го года рождения направлена на амбулаторное лечение. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.